патрули! С вами Лакки-Бобо! Ребята, сегодня я попробую убежать от Бэби-Ба! И думаю, у меня это получится! Так как вы в прошлом видосике очень хорошо поддержали меня! Ну, а если поддержите еще и в этом видосике, то я 100 пудов от нее сбегу! А перед тем, как мы начнем, в этом видео я спрятал 4 пасхалки в виде птички! Вот такой! Попробуй их найти! И напиши тайм-код в комментариях! И, возможно, именно твой коммент попадет в следующий видосик. А сейчас хватай вкусняшки! И мы начинаем! Ну все, Бэби-Ба, приготовься! Ведь скоро мы сбежим от тебя! О, книжечка! Забираем и пойдем заклинание прочтем. Ба! А? Чё орёшь-то, а? Я не глухая! Ну, я ж не знал, что ты караулишь тут меня! И вообще-то ты еще та глуханда! Так, пойду-ка я чайку заварю. Если, конечно же, его тут найду. Хотя, это навряд ли. Чш, спрячемся и посмотрим, найдет ли нас Ба! Я пришла! Давай вылазь! Я чую тебя! Чё хотел-то, а? Я хотел чайку попить, но у тебя тут ничего нет. Так что пойду-ка я заклинание прочту и Анжелку разбужу. Ба, а ты умеешь так же пучить глаза? Видимо, да. Но это мы проверим попозже. А ща, бла-бла-бла-бла-бла. Вставай, короче, Анжелкина. А мы пойдем, пока поищем ключ. Например, от арбалета. Было бы неплохо его найти. Так, ключик мы нашли. Но только вот от тачки пчелки. Так что посмотрим-ка, что тут в багажнике. О, молоток заберем. И давайте-ка бабку позовем. А то непонятно, чем она вообще там занимается. Так, а пока эта глуханда приползет сюда, мы будем ждать. Ну и тачку рассматривать. Прикиньте, я ее ждал, а она не пришла. Вот мне очень интересно, чем она там занята-то, а? Да я иду, скоро тебя найду. Это интересно, куда она вообще убежала? Да уж, походу у нее какие-то супер важные дела, хотя какие, непонятно. Ну что ж, тогда и мы не будем ее отвлекать и пойдем делами заниматься. Гоу! Ба, ну что ты там, все дела переделала? Почти, тебя осталось поймать. Ага, ща. Ну конечно, ща, а когда? Да блин, эти коробки! О, проснулся уже! Гоу играть! Ба, вот наша игра! И моя задача подальше убежать от тебя! Так а мне что делать-то, а? Что-что? Догонять меня, Ба! О, ключик! Анжелка оставила. Так что гоу в подвал. Заглянем-ка к желтой. Далеко собрался? Ага, подальше от тебя, Ба! Давай-давай, попробуй, догони меня! Так, чё-то паучихи совсем не видно. Может, она спит? Стоять! О, привет, желтая! Ты завтракала? Нет, ты вовремя! Ага, ща! Вот мне совсем неохота, чтобы ты меня сейчас хавала. Так что, пожалуй, ко мне пора. Ба, я тут кое-что нашел. Специально для тебя. Так что иди сюда. Эй, ну где ты там, глуханда? Ну вот опять, придется ее ждать. Ох! A few moments later. Я тут так бежала, что прям устала. Так что хочу на ручки. Ага, ща, мои ручки отвалятся от тебя, Ба. Так что ты лучше поспи. А? О, настоящая Ба вернулась. И храпака тут раздает. Вот блин, эта Ба нагнала сон на меня. Так, гоу, пробежимся. И заодно взбодримся. Ой, а тут свежо. Ща точно не усну. Так, мы пока бегали, нашли ручку от колодца. Вот сейчас и посмотрим, что тут внутри. А для этого крутанем-ка растой ее. И тогда узнаем. А тут у нас арбузик, это хорошо. Ща мы его разрежем и достанем ключик. А вот и он, синенький. Откуда я знаю, спросите вы? Так, мне попадаются тут только ключи. Так, чё-то я заболтался и потерялся. Куда мне идти-то, а? Ха-ха. Так, все, погнали, занесем ключ и вернемся за кормом для птички. Вот думаю, птичка останется довольна и сыта. Вкуснотища какая. О, арбуз, смотрю, кушает. Приятного аппетита. Спасибо. Так, все, нужно срочно бежать в туалет. Ой-ой-ой, да терпеть бы. Ха-ха, Ба, так ты что, целый арбуз съела? Ага, чё-то я идти не могу. Ил, Ба, обеги-ка ты сюда. Потерпишь еще чутка. Ха-ха. А мы гоу к пернатой. Цып-цып-цып-цып-цып. Кушать подано. Налетай-ка клевать. А мы забираем кусочки и пойдем провода кусанем. Гоу. Ой, я так нашумел, что ща Бэби-Ба прибежит. Так что решил подготовиться. Ну все, я поймала тебя. Ага. Вот блин, опять спать. Обязательно, Ба. После обеда нужно поспать. А мы пока гоу дела доделаем.
Все, куснули мы два провода. Нужно ключик найти от двери. И можно будет убегать. А то Белла проснется, будет злющая и голодная. Так что гоу его искать. Нашли мы ключик синенький. Открываем замок. Отлично. И нам осталось найти ключик красненький. А может желтенький? Ба, чё ты, уже поспала? Что-то очень быстро. Да я не хочу ж спать, я хочу играть. Понял, значит давай в прятки. Попробуй, найди меня. А тут, Ба, ты не найдешь меня никогда. Так, пусть она немного успокоится, а то еще б чуть-чуть и поймала меня. А мы пока тут побудем. Неужели спустился? Давай, выходи! Не-а! Ба, я его нашла! А это значит, что ты выиграла. Да, класс! Так что можешь бежать к бабке и ей рассказать. О, точно! Она обзавидуется! И от меня ей приветик передавай. Ага! А мы, Гоу, за ней тихонечко. Не будем времени терять, пока она не опомнилась, что мы надарили ее. Гоу! Так, мы нашли ключик от игрового домика. Думаю, именно там будет лежать красненький ключик от двери. Нашла, нашла! Вот только как достать-то тебя? Через подвал, Ба! А, точно! Так, вылазим. Нужно проверить, ушла она или нет. Пока не видно. Походу, реально убежала. Так, а куда это я шла-то, а? Вот только помню. Бум, и все, больше ни черта. А, точно, я хотела поесть. Ха-ха, вот это смешная Ба. Так, давайте-ка откроем домик. И далее нам нужны, конечно же, шестеренки. Так что отправляемся мы их искать. Ба, а ты что тут залипла? Тебя ждала. Прыгай ко мне на ручки. Поношу тебя. Да ща, Ба, разбежалась. Так я и прыгнул. Давай, лучше попробуй, догони меня. Ну все, догнала, догнала. Да, Бэби Ба, только у тебя время сна. А нет, опять. Не опять, а снова, Ба. Ха-ха, Ба, а ты прям певица. Надеюсь, ты этого не услышала. Так. Мы нашли шестеренку. Вот она. Так что, Гоу, занесем ее. И, может, по дороге вторую найдем. А потом я хочу к Слинди заглянуть. Интересно тоже, кто она. Ну что, побежали. Все, ребята, мы нашли вторую шестеренку. И принесли все на уличку. Сейчас посмотрим, что в тайничке лежит. Но ответ уже давно понятен. А тут у нас ключик красненький, что мы искали. Супер-пупер, тарам-тарам. Мы прямо сейчас можем убежать. Но еще кое-что мы не сделали. Не заглянули к Слинди. Так что придется отложить наш побег. Но только на пару минут. Оставим-ка ключ около двери. Надеюсь, он не пропадет. Все, гоу! Слинди, посмотри, какого красивого мишку мы тебе принесли. О, да, он красавчик, как и я. А ты и прям ужасно красиво. Я так понимаю, ты еще одна сторона злого мелкого. Да! Испугался? Пожалуй-ка я лучше пойду. А то непонятно, кто еще вылезет из нее. Ну все, покеда, Бэби Ба. Где бы ты ни была? Да-да, пока-пока. Да ладно? Вот это мы попрощались с Бэби Ба. Она, наверное, очень обрадовалась, когда поймала меня. Но ненадолго. Так что мы прямо сейчас сваливаем. Го отсюда. Ну вот как-то так, а? Я же его поймала, Мишонь! А? Кто выпустил его? Ты? Я? Это как так-то, а? Да-да-да! Я сбежал от этой Бэби Ба! Ребята, спасибосик вам за то, что поддержали меня! Да, кстати, ребята, а как вам сама Бэби Ба? Напишите в комментах. А сейчас время ваших комментариев. Спасибо, мои хорошие, за ваши комменты. И, конечно же, поддержку. Я это очень ценю. А на сегодня это все. Всем пока-пока! До следующего видосика!